Сотрудники управления МВД России Люберецкая подвели итоги работы за 2021 год и определили основные задачи на год наступивший. С отчетным докладом выступил заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Максим Фоменко. По его словам, благодаря предупредительным мерам в прошлом году более чем на 20% сократилось число особо тяжких преступлений. Убийство минус 56,7%. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 21,5%. Изнасилование на 71,4%. В имущественном блоке сократилось количество разбойных нападений на 50%, с 24 до 12. Квартирных краж с проникновением на 12%, с 57 до 50. Краж транспортных средств на 37,8%. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 5%. Возросло число раскрытых преступлений по линии криминальной полиции и охраны порядка. Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и грабежей в квартирах составила 100%. Во время подведения итогов были также перечислены отделы полиции, чьи показатели значительно выше других.